Уйди в мои объятия, ведь ты особенный и единственный для меня. Я всегда буду ждать тебя. Расслабься и утони в моих поцелуях. Запомни мой запах, глаза, запомни меня. Я буду лучше для тебя. Твоя винотека. Дорогие друзья, это программа «Коза», и сегодня мы в объятиях винотеки. И она подарит нам свои поцелуи. Вечер «Hang and Kiss». Винотека «Альфир». Привет, Настя, ты понимаешь, что сегодня можно обниматься и целоваться при встрече, потому что вечер «Hang and Kiss», винотека «Альберт». Давай же сделаем это. Самое главное, что эти объятия были действительно искренними. Расскажи, что сегодня будет интересного для наших гостей? Что подготовили? Что будет изюминкой? Сегодня для наших гостей шоу-балет «Мипарти» делает очень оригинальную постановку. И тепло объятий, и любви хореографов вы можете прочувствовать на себе сегодня. Мы будем вас радовать всегда очень интересными вечерами, очень интересными постановками. И просто приятная атмосфера, я думаю, правда? Сегодня просто вечер объятий, поцелуев, винотеки, поэтому я решила с тобой как бы так немножко пообниматься, потанцевать, да, тем более, что мне кажется, что винотека очень романтичное место. Как? Ты знаешь, я с удовольствием провожу здесь свое время, потому что это хорошая атмосфера, уютная. Здесь можно провести вечер как с любимым, так и с подругами за приятным бокалом вкусного вина, ароматного. Какое любишь вино? О, я люблю полусладкое белое. Да, розовое. У меня есть там бутылочка, кстати. Самые крепкие, такие близкие объятия могут быть именно в этой винной комнате, потому что здесь, рядом с вами, так близко, даже не вытянута рука, можно даже вот немножечко так раз назад и вино рядом с тобой. Оно обнимает тебя со всех сторон. И, конечно же, рядом со мной человек, который точно знает, какое вино вас обнимет и поцелует лучше. Какое вино ты порекомендуешь именно под этот вечер? Под легкий, спокойный, романтичный. Так, чтобы, знаешь, ты попил немного вина, и потом это вино переросло в объятия. Да, наверное, это будет белое, легкое, фруктовое, насыщенное, с легкой кислинкой. Белое вино из Германии. Саша, расскажи, как сегодня вы будете своей постановкой обнимать наших гостей, целовать? Ведь вечеринка сегодня «Hang and Kiss». Огонь души мы подготовили для вашего зрителя, для ваших постоянных клиентов. Огонь согревает, огонь разжигает. Огонь всегда творит в жизни наших сердец чудеса. И в конце концов, любовь – это всегда что-то теплое. Иногда это такой теплый камин, а иногда это яркий огонь, такое яркое страстное пламя. У вас будет сегодня какое? Спокойное или яркое страстное пламя? Увидим. Стас, скажи, сегодня, когда вот ты, знаешь, как уже обслужил гостей, там, налил винца, там, один бокальчик, другой, бутылочка, третья, там, как пошел вечер, а потом, скажи, на, как говорится, на прощание, ты обнимаешь гостей? Конечно, обязательно. Ну, сегодня можешь чуть покрепче, чем обычно обнять, потому что сегодня такой вечер. Давай обнимемся, Стас. Давай. 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 Даже поцелуй тебя хочешь? Мы вас любим. Пусть каждый вечер для вас будет особенным и волшебным. Твоя винотека.